шоу, бизнес и искусство. Это разные стороны одной медали, товарищи. И знаете, как правило, эти стороны не соприкасаются. Как ни на медали, так и в жизни. Кто-то старается, я что-то где-то пытался когда-то, да, ну какую-то там, какую-то часть искусства, как, например, циркового, да, развлечения театрального, своими костюмами, знаешь, так сделать какой-то праздник, да, приблизить к театру, да, наше искусство. Ну, все это не так просто. Шоу-бизнес – это шоу-бизнес, а искусство – это искусство. Но будем пытаться как-то. Будем, наверное, петь скоро в картинных галереях, приближая таким образом зрителя к картинопоказам. Будем петь перед Большим театром, призывая ходить. Да там и так все в порядке в Большом театре. Ну, это разные вещи. Об этом очень сложно и больно говорить, но я думаю, когда-нибудь мы к чему-нибудь придем.